я буду рядом в этот момент. Ну, чего не сделаешь для Светы, правда? Только лицом к гостям. Давайте, раз, два, три. Света, вы чудо, Светлана. Ну, аплодисменты Свете, друзья. Ладно, продолжим. Анна, ну что ж, не знаю, чего ожидать от вас, но вы наверняка постараетесь. Конкуренция у вас жесткая, планка поднята высоко, поэтому давайте еще раз повторим для Ани. Итак, Аня, 3, 2, 1. Кратко, лаконично, но как содержательно, друзья мои. Дамы и господа, я даже... Света, пожалуйста, не надо. Друзья, я не собираюсь определять, кто из девчонок лучше, кто из них на первом, втором или на третьем месте. Я единолично, я думаю, вы будете со мной солидарны. Принимаю решение, что все три дамы готовы стать финалистками в этом конкурсе. А значит, всем троим разные, по-своему, хорошие подарки я с радостью преподнесу. Значит, держите это вам. Держите, Светлана, это вам, но и эта тайная черная коробочка Наталья достается. Ой, поздно, Анечка. Аплодисменты также в подарок всем очаровательным леди.